Приветствую вас всех, и это новое видео психологическое. Сегодня мы будем говорить о тревоге, о тревожности. Как с ней бороться, что делать, или вообще, как продолжать дальше жить и не впадать в панику, в ненависть, в ярость, или ощущение апатии от своего бессилия, например, да, что ты не можешь поменять ситуацию. Контроль над тревогой. Итак, первое. Всегда, когда вы попадаете в критическую ситуацию, вам нужно очертить свою зону комфорта, свою зону действий, да, что мне подвластно, что мне еще комфортно, да, что мне подвластно, до чего мои руки могут дотянуться, что я могу действительно изменить, как в моральном, так и в физическом плане. Вот эта зона моего действия. Я распоряжаюсь, что в эту зону попадает, не попадает, например, я вычеркиваю каких-то людей, да, и так далее. В общем, это то, что мне сейчас подвластно. Чтобы не тревожить, не жить в тревоге, в панике, в страхе, не впадать в вот эти все переживания, не чувствовать себя... Знаете, в чем минус этих всех эмоциональных моментов? В том, что вы тратите энергию. Это самая главная проблема. Вы остаетесь на минусах, без энергии, без сил, и по факту ни себе, ни окружающим вы помочь ничем не можете. Вы не делаете ничего хорошего в этот момент. Вы просто, знаете, такой некий бег на месте получается. И тревога, и агрессия, и бессилие тут же, и вообще недолго попасть, ну, естественно, в депрессию. Так вот, что нужно делать? Мы находим свою зону, назовем так, всевластия, да, что мне подручно. То есть в ситуациях, в которой мне тревожно и страшно, я боюсь за свое будущее, даже через несколько часов, что со мной произойдет. Мы живем здесь и сейчас, на данный момент. Мы не живем прошлым, потому что мы его не можем изменить, у нас нет машин времени. И думай ты, не думай, страдай, а можно было поступить так, а надо было сделать вот этак. Все, работаем с тем, что есть здесь и сейчас. Мы не думаем о будущем. И даже таком коротком будущем, как завтра. Потому что любые обстоятельства, как вам показывает сейчас наша жизнь, они меняются на следующий день, и ты маленькая, скажем так, гаечка в большой машине. Если ты выпадешь, ты на ничего не влияешь. Машина поедет дальше, колесо не отвалится. Поэтому... мы фокусируемся на здесь и сейчас. И завтра ты можешь вылететь из этой системы, этой гаечкой. Все может измениться. Люди, которые выживают, очень успешны, это люди, которые, первое, не боятся принимать решений. Они быстро переключаются. И второе, они адаптируются. Они не боятся этой адаптации, они быстро переключаются и живут здесь и сейчас. Так вот. Если вы попали в какую-то страшную ситуацию, без выхода, не знаете, как мне завтра жить, чем кормить своих детей, а выживу я завтра или нет, и так далее, мы остаемся жить здесь и сейчас. Вы должны осмотреться, что здесь в комнате есть, что вокруг меня, что в моей зоне ответственности, в моей зоне комфорта, что я могу. Я могу сделать чай, например, я могу убежать, я могу пойти на работу, в зависимости от вашей ситуации. Но в любом случае, я делаю только то, что зависит от меня. Изменить, переделать глобальные вещи я не могу. Поэтому я стараюсь не винить себя за это. И вашей вины в этом нет. Если у вас есть какие-то подопечные, например, есть дети, домашние животные, ваши родители пожилые, тот, кто нуждается в опеке, пожалуйста, переключитесь на них. Меньше тревоги, меньше страхов, когда мы заняты. Надо стараться переключаться, уходить, скажем так, от реальности. Если вы заложник ситуации, повторяющейся, например, вы прячетесь в бомбоубежище, у вас сейчас нет работы, у вас нет денег, ваш организм сейчас заточен на выживание, вы из квартиры бегаете в подвал, пытаетесь приготовить еду, пытаетесь ее раздобыть. Вы ходите сегодня на работу и не знаете, будет она у вас завтра или нет. Вы не знаете, чем, например, если потеряете работу, вы будете платить за квартиру и чем кормить своих детей. В любом из этих случаев мы оставляем свою рутину. Рутина нам снижает уровень тревожности. Рутина из нормальной до тревожной жизни. Некие элементы должны присутствовать.
Да, мы живем в страхах и в тревожности сейчас, но, например, вот как я раньше утром просыпался, условно, делал себе кофе, пил его. Я продолжаю это обязательно делать, если условие у меня есть кофе, молоко и кипяток, да? Вам нужно оставлять у себя в повседневной жизни те рутинные моменты, которые были раньше в той жизни, которую вы считали счастливой. Это снимает тревожность, успокаивает и фиксирует вашу психику. Знаете, мы немножко психику обманываем, что все нормально, не переживай, меньше тревога, все будет хорошо. Если мы оказались заложниками какой-либо ситуации и видим, что нет смысла бежать, нет никакого побега, я никак не могу повлиять, остаемся здесь и пытаемся как можно лучше сделать нашу жизнь здесь и сейчас комфортней. Это зона комфорта. То есть, если я чего-то боюсь, я с этим стараюсь меньше соприкасаться. Я сейчас, скажем так, возвожу свою психику, свой организм в состоянии успокоения. Если я тревожный человек, я меньше беру какой-то информации. Если обстоятельства мне этого не дают, я нахожусь, например, какой-то промежуток дня в неком убежище, то я там сейчас реализую свою как бы обычную жизнь. Я играю с ребенком, рассказываю анекдоты. Говорим просто о том, как будет классно, когда все это закончится. Я вношу вот эти моменты обычной счастливой жизни. В эти моменты я контролирую ситуацию. Вот здесь и сейчас я могу об этом говорить. Я не знаю, что будет даже через час. Но вот здесь и сейчас я это делаю. Что этот механизм по понижению тревожности нам дает? Мы себя успокаиваем. Именно это когнитивная психология. Конкретные действия какие-то, ритуалы. Мы оставляем вот эти ритуалы, забыла это слово раньше сказать. Нашей обычной жизни, которая была раньше, мы их повторяем. Потому что наша психика, наше тело это все помнит. И мы тогда впадаем в состояние большего спокойствия, если у нас есть ритуалы и моменты нашей жизни, которая была, вот назовем так, счастливой жизнью когда-то, чего мы раньше не ценили, да? Стараемся это повторить, это нас будет успокаивать. И мы свою психику отчасти обманываем. Мы им показываем, смотри, все так же, как и раньше. Не сильно затрачивай энергию. Не надо сильно эмоций и страха. Поэтому я продолжаю делать то, что я делал. Если я утром пил кофе, потом чистил зубы, даже вот в каких-то других бытовых условиях ухудшившихся, я стараюсь это делать. Это просто автоматически меня в эти моменты относит в то прошлое, которое было более спокойным. Конечно, это не вариант сидеть, думать и обманывать самого себя, что все будет классно, а, например, твоя жизнь под угрозой на данный момент. Но все равно, если ты заложник в какой-то ситуации, ты должен восстановить в сложившихся условиях рутину и быт, которые были раньше. Это первое, что снимает тревожность. За тревожностью идут фобии и страхи. И до них можно не доводить, оставляя в своей жизни прошлые счастливые моменты, ритуалы, повторяя их. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе остается моя почта. Если у вас есть вопросы, какие-либо или нужна консультация психолога, пишите на почту. Я очень жду ваших комментариев, продвижения этого видео. Отправьте его своим знакомым и близким. Как можно больше людей должны знать об этом. Всем мир!